Ксеноновая лампа типа ДКШ-150 находится в осветителе, устанавливаемом на оптический рельс с возможностью регулировки высоты оптической оси. Включение осуществляется с помощью блока питания, который задает ей рабочий ток. Для начала включаем сеть, слышим загудел вентилятор охлаждения, устанавливаем регулятор в положение 2 часа, нажимаем кнопку поджиг до момента включения лампы. Все, лампа включилась. Ток этой лампы можно регулировать от 4 до 9 ампер. Если выставить ток лампы выше 9 ампер, сработает схема защиты и лампа погаснет.